Всем привет из солнечного Сочи. 28 декабря. Мы находимся перед входом в парк Дендрарий. Зашли на территорию. Взрослый билет 400 рублей. Это по всему парку и по музею. И 320. Только, по-моему, верхняя часть или нижняя часть. Ну все, пошли гулять, смотреть красоту. Такие деревья, кусты. Подстригают газончики, травку. Что-то тут подтопило. Не пройдешь. Юбка славная. Юбка. Какой-то комплекс. Люди с верхних этажов смотрят на парк. Вид на парк. Бесплатный. Ну да, вид, а
походить, все равно надо платить деньги и идти смотреть, гулять, дышать воздухом, отдыхать. Может, в 0,5 включим. Можно в 0,5 пошире, чтобы был угол обзора. Так, куда пойдем? Куда идти? Не знаю. Первый раз я здесь. Придется идти и обходить все тропинки, дорожки. Пойдем сюда. Сходим. Алеандр обыкновенный. Да, сегодня так прохладненько, сегодня было ночью 0 в Адлере в Сочи. Сейчас где-то плюс 5. Сейчас где-то часов 11. Завтра будет теплее. Завтра будет плюс, по-моему, 12, что ли. Вон там дорога. Какой-то, это сейчас верхняя часть, а есть еще какая-то часть нижняя. Потом надо будет еще по нижней идти гулять. Да, тут тоже такие, ну, на электро прогулка. Можно будет потом в следующий раз приехать, прокатиться на электрокаре. Убирают все, листья, всякий мусор разный. Вот оттуда мы пришли, пошли дальше. Тут что-то перекрыто, пальма там вон такая красивая. Что-то тут машины ездят, непонятно. Что это тут за какой-то корпус? Да, гулять тут, наверное, и гулять на самый верх аж. Идти надо, подниматься выше и выше.
это жилой комплекс ихний. Пальмы красивые, какие пышные. У нас в Крыму таких пальм нету, у нас другой вид, сорт пальма. Здесь, конечно, да. Пальмы другие. Налево. Тут даже непонятно. Ага. Это что у них такое здесь? Таких этих закутали. Закутали что-то. Много таких. Причем так с оттуда, но мы туда уже идти не будем. Павлины, страусы. Ух ты, вон какие тут пальмы роскошные. Ой, красота, пальмочка такая. Это пальмы. Капец, пальма длиннющая. Ствол такой. Обалдеть. Обалдеть. Красиво. Кипарис вечно зеленый, прямой. Дюльмен. Красиво, конечно, да. Ух, красота какая. Ну, вот так вот сделаем. О. Красота. Там что-то ремонтируют еще. Все, пойдем спустимся чуть ниже. Ремонте фонтан. Красивый. Спустимся, посмотрим.
вид отсюда шикарный. Что, идем дальше? Гулять идем дальше. Будем на нас записывать в 05. Будет больше обзор. Качество, в принципе, смотрю, нормальное. Так, налево, направо, прямо. Пошлите сюда. Пройдем, посмотрим красоту. Вот такая красота, да. Ух, пальма какая. Толстый такой этот ствол. Ух. Шикарная. Так. Гибискус. Барбарис с левой стороны, была вот такие пальмы интересные. Вот подвязали пальмочки в новогодних шапках, ходят по парку. Ох, дерево. Чем-то напоминает в Воронцовском дворце в Алупке. Вот такая пальма красивая. Такие вот, да. Вот такая, другая чуть. Обалдеть. Красота. Так. Пойдем сюда. В эту сторону теперь. Давай.
Куст какой. Все-таки переключил на единичку. Единичка все-таки качество более такое. Лучше, чем на 0,5. Съемка идет на 15 Pro Max. Красота такая вот. Так, возвращаемся назад теперь. Чуток назад возвращаемся. О, кипарисики могущественные. Да, кипарисы есть, кипарисы. Тут так вот, такое вот местечко. Так, ну что, поднимемся сюда теперь. Красиво он как. Так, вот здесь. Красота. Конечно, пальмы шикарнейшие. Просто шикарнейшие. Коллекция. А, коллекция несчастная. Коллекция. Коллекция пальм, да. Красота. Красота. О, Лёва. Лёва. Красивые такие, как они правильно называются, вазы, подставки, как правильно, петушок вот такой, смотрящий вот туда. Красота, красотища. А вот вид такой вот красивый. Да,
красотища вообще. Столько пальм. Просто шикарно. По-новогоднему украсили. Новогоднее настроение в парке. Идем гулять дальше. Здесь у нас перекрыто, просто вот так красиво, новогодняя. Красиво очень, да. Верх хороший, еще 100 лет будет. А вот почему-то низ у них вот всех подгнивает. А чтобы они не подгнивали, мы делаем вот эти кадушки. Да. Это путь Ерпана. Это историческое растение. Красивое, красивое. Это вот у нас была ветер, пустила эти. Цветки. Она те пальма даже съедобные ягоды. Кушаем ногти. Вот это, фихуа. Фихуа, да? Ничего себе. А здесь ягоды 5 килограмм такие грусти. Ничего себе. И дамочка, которая убирает, консервирует. Они в этом такие вот. Косточкой, как прикосы, сладкие, сладкие. А финика немножко не возражает. Только птицы, для птиц. Это наше дело, это самое. Она сейчас работает, это с той стороны. С той стороны, как, вход, как да? Музей. Это музей сам, я понял. Ну да. Почему билет Надежда, есть, потому что его жена была Надежда, генерал в отставке, и ему 50 гектаров на день или 10 лет. Дайте я рай здесь. И вот мы ходим любоваться. Раем. Рай. Вот вы фотографируете ансамбль Лютера. Где рыбачок, рыбачок, пастушок и петушок. Это называется. И еще там есть рыбачок дальше, еще второй. Это все было ансамбль Лютера. А там внизу Амуре. Ну, раньше парк был единый, не было нижнего, верхнего. А сейчас проспект, разделили, да? Ну да, проспект в 26-м году построили, перерезали пополам. Раньше вот эта тропа вела... Тишина, везде, спокойствие, везде, это что, воздух. Музыка, вот эти шаманы. Да, шаманы. Здесь отдыхаешь душой и телом. А здесь 320 заплатил рублей. И весь день, с утра до 5 часов гуляй. Бутербродик, водичку, чаек, да. И сиди, наслаждайся. Ты в рай попал. Да, рай, да. Это рай, тишина. Не надо никаких дискотек, ни армянских, рожек их грузинских. Ну. Ничего не надо. И вот когда жара, тут климат, тут на 3 градуса пониже температура. Парис, видишь, какой? Это каретный двор у нас. Это парадный вход у нас. Это ж вход в музей, да? А здесь лошади раньше были.
там конюшни. Спускались, да, раз сюда. А здесь кареты были, 10 карет было. Вот раньше, да? И вот брусчатка была, не асфальт, а брусчатка была. Mm. Вот сейчас там маяк, это подсветка. Вечерние прогулки были раньше. Ну, раньше ж культура была, сейчас другая. Такая, сейчас да. Культуры нету, все наркоманы, все борные, может. Ты молодежь, блядь, бороды отпускают. Да, да. Говорю, зачем вы русский человек, зачем ты, блядь, бор? А то броют, а то броют, и ходи как чучело. Да, 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 да. Никто ничего, молодежь. Вот я галстук, я тут закрою. Я в чистом хожу, сейчас как бомжи все. Культуры нету, кинотеатры нету, уничтожили, да. Там площадок нету, ничего нету. Мы ходили к мэру города, вот лавровый лист. Mm. Раньше нельзя было бетонные изгородь делать, только зелень. А сейчас везде одни заборы, mm-hmm. все в заборах, все, все. Продолжаем нашу прогулку по дендрарию. Пальмы, пальмы, кругом пальмы. Кипарисы, пальмы. Вон японский сад с левой стороны. Красотища, конечно. Воздух чистейший. Вот такой вид здесь. Суперский. А, какой тут воздух. Просто шикарный воздух здесь. И сегодня солнечный день такой, хоть и прохладно, но солнечно весь день. Идем чуть выше, теперь поднимаемся. Все выше и выше. Сейчас, наверное, будут этот какой-то пруд или подаем. Мне что-то так кажется. Там, где будут лебеди. Ух, ступеньки пошли вверх. Правее. А тут и правее, и левее. Куда идти? Непонятно. Ладно, пошли сюда. Сходим, посмотрим. Очень большая, прям как у нас, ну, наподобие Никитского ботанического сада, что-то наподобие. Грибочки вот такие, кто хочет присесть пофотографироваться с грибочками.
вид с окон на сад, японский сад. Что-то там написано еще. Страусы правее. Так, и куда нам? Еще пошли вокруг вот так. Обойдем. Ну, это, походу, мы дошли до самого конца, потому что там уже он жилые здания почти до конца, да. Ну, людей гуляет, я скажу, так не так уж и много, спокойно так идешь себе. Нету толп там. Самое классное время. Осень, зима и весна. Летом здесь, как и на море, толпы туристов. Все гуляют, все отдыхают, все там, везде пробки, очередя. Красота какая. Обалдеть, пальм сколько. Да, красивенько. Тоже он какие пальмы. Шикарный вид, да, шикарный. Ничего не скажешь. Так, поднимаемся чуть выше. Вокруг сейчас обойдем. О, какие кусты шикарные. Пышные такие. Ну, вот такие пальмы у нас в Крыму растут. А те, которые там в начале, тех пальм у нас в Крыму почему-то нету. Но есть, ну, может, там, не знаю, ну, вот в районе Ялты, Алушты, по крайней мере, я не видел. Что-то я не помню, чтобы мне такие пальмы попадались, как здесь. Ну, вон она впереди с такими листьями. Ну, вот они такие, да, вот. Но это такие что-то, какие-то листья сильно бледные. Он зеленый, он бледные листья. О, красота, а вон и море. Да, сегодня погодка вообще супер. Просто супер. Видно море вот такое вот, обалденный. Застройки, девятиэтажки. Да, красота, красота, ляпота. Так, что вокруг, пошли сюда левее. Красота, конечно, да. Вид такой шикарный вид.
Так, сейчас будем спускаться вниз. Сюда пройдемся. Так, время на сколько? Уже 12:30. Приехали сюда мы где-то в 11. В 11 где-то 15 где-то зашли на территорию. Какая пальма. Листья такие огромные. Да нет, тут пальмы вообще шикарные. Разных сортов, видов. Фух. Так, ну это, я так понимаю, уже конец. Да. До самого конца дошли. Еще ж какая-то там нижняя часть есть. Не знаю, может, сегодня нижнюю часть не пойдем гулять. Посмотрим. Может, только верхнюю. Все, теперь идем вниз, спускаемся вниз. Где-то там страусы, кто-то там еще там должен быть, там где-то. Так, здесь пальмочки шикарные, разные. Разных сортов, разных видов. Сюда. О, там уже он какой-то металлолом. Там, походу, уже все тупик. Ну, прохладненько, да, сегодня днем, сейчас может плюс 7, плюс 8 максимум, но тем не менее я так достаточно легко одет. Я в спортивном в одном и такая курточка, не зимняя, осенняя, весенняя. О, красотища. Молоденькие. А потом вверх. А потом вверх подниматься, блин. Ну а что сделаешь? А он все там, да. Машинка.
купаться, ребята. Эти, как они называются, красота. Так, куда-то правее вот есть и левее. Куда пойдем? Можно пойти прямо. Вот такой вот пышный аллеи. Какие-то теплицы, что ли, или что-то. О, красота. Так, и куда мы выходим, интересно мне знать. Так, вот пришли к каким-то теплицам. Ну и где тут страусы? Кто там поводили? Страусы, лебеди. Тут закрыто. А, там они выращивают всякие. Цветы, растения. Туалет прямо. А направо что? О. Девушка, да бесплатно, не бойтесь. А вот сюда надо спускаться. Вон они. Вот дошли мы до живности, до птиц. Дошли. В самом низу аж завал. И потом на самый верх идти. Во. Вот они, красавицы. Красавцы, красавицы. Ну, какие пышные ребятки.
Какой большой. Так, что тут теперь, куда идти? Да, здесь, конечно, ходить так, как и у нас в Никитском саде. Это Никитском саде. Ну, тоже такое там есть. Бамбуки. Бамбуковый рай. Но мне кажется, здесь даже по территории самой, здесь, мне кажется, больше спуска и подъема, чем в ботаническом саду в Никите. Ой, ох, бамбука сколько. Мне кажется, да, сейчас будет такой подъем, аж черт знает куда. О. Вот такие даже есть тут обитатели. Да, что-то мне кажется, что подъем вот здесь вот именно такой будет по более чем в Никитском. В Никитском как-то оно равномерно, что ли. Но там чуть-чуть другой ландшафт. Здесь как-то резко спустя. Не, типа подъемчики были. Подъемчики, потом резко спуск. И сейчас именно будет постоянный подъем вверх. А, ну потом будет, да, подъем, а потом тоже будет спуск. Дошли до комплексов жилых. Бамбук растет. Бамбук. Вот и эти бананы. Бананы убирают. Ну, присесть, ну, можно сфотографироваться. Бамбук какой красивый. Да. Обошли мы немало. Тут осень чувствуется, желтые листья. Это беседочка такая интересная. Бананчики. Так, а ну-ка, что здесь посмотрим. Попугайчики.
со вспышкой не снимать. А мы без вспышки. Мы просто так. Какая-то пещера. Тут никого нету. Кто тут водится? Отзовитесь. И четыре водичка. Ничего нет уже. Можно было бы здесь что-нибудь придумать, какой-то красивый сделать пруд с чем-то. С теми же лебедьми. Лебедя, лебедя, вы мои лебедя. Туда. Теперь будем подниматься вверх. Так, что-то там левее еще. Остановка. Автобусная остановка. Кто-то будет стоять ждать электро. Вызовет по телефону. Мне на остановку можно машину. Я уже все, пас. Отходился уже, да? По вашим гектарам. Все зелененькое здесь. Травка зеленая, красота. Как будто весна, лето. Бесконечное лето. Пальмы, пальмы, пальмы. Так. Теперь нам прямо. Вон подниматься вверх. Туда. Здесь мы уже все обошли. Обошли. Спускался я вон здесь. Сейчас правее я сверха с оттуда спускался вниз вот туда. Вон море видно. Чуть-чуть. А нет, не видно еще. Здесь не видно. Вот я спускался здесь, да. Теперь идем наверх. Время 12:46. Может даже еще и по нижней части успеем пройтись. Просто погода хорошая. Хотел еще успеть съездить в Адлер на берег. Позагорать, так скажем. Почилить.
на море. Посмотрим, если успею. Если успею. Так. Мы дошли сюда вот. Так, где тут подъем наверх? Так, мы шли левее, да? Вот туда мы обходили. А нам сюда вот. Наверх теперь. Вот теперь вид есть. Море вон видно. Синее море. Голубое, синее. Высотки. Да, конечно, хорошо, когда есть такие места. Люди гуляют, дышат воздухом, наслаждаются природой, историей. Что, не застроили сколько тут территорий. Мы тут настроили куча гостиниц, гостевых домов, отелей, пансионатов. А так, вот такой парк роскошный. Идешь, гуляешь себе, наслаждаешься. Так, это я здесь был или не был? Что-то я не помню. По-моему, нет. Здесь не был. Вот уже и жарко стало. Подъемчик один, второй, и уже и жарко. Так, что у нас здесь? Пальмы роскошные. Так, куда пойдем? Пойдем левее, сюда. Пойдем сюда. Пройдемся. Так, он еще наверх подниматься. Так, 5 минут можно посидеть, отдохнуть. Сейчас отдохнем чуть-чуть. Такая красота, еще наверху найти куда-то. Вот такой вид. Сейчас выпадем здесь. О, вот такой вид. О, отличный вид.
Так, ну что, продолжаем гулять дальше. Еще вверх нам надо подниматься. Петр Андреев назвали. Здесь кого-то называют пальмы. Кто тут, может, работал, раньше жил. Пальму посадила, пальму посадила США. Ноябрь 76-й, ничего себе. Вот так вот, в 76-м году, сейчас я отойду чуть дальше, вот в 76-м году посадили пальму, и какая она, а эту какую, он сейчас вот эту, посмотрим вот эту, вот. В каком году посадили, это такая большая, в 77-м году Варшава. Посадил какой-то молодой человек с Италии, посадили, не написано в каком году, а это в каком году не написано, Италия тоже, что ж не написано, это такие уже пальмы большие, и тут нету, Алжир, с Алжира посадили, ничего себе, да. С разных стран люди здесь были и садили пальмы. Так, ну что, наверх теперь еще. Еще наверх идти. Еще идем наверх, гуляем. Посмотрим, что там. Вверху. Но люди все равно есть. Не знаю, сколько это на это время, мало ли много, но есть. Гуляют все равно. Сейчас уже на новогодние праздники чуть-чуть уже начинают ехать гости, туристы потихонечку, да. Видно, что приезжие есть. Вот такой вид отсюда. Но там грязно, наверное, идти мы не будем. Посмотрим. Вот просто вот так вот. Такой вид на горы. Да. Ну, тут прямо как высоко. Но это уже все, я так понимаю. Финал. Дошли до самого верха. Так, время 1:07. Нормально пока. Вниз будет спускаться легче. Вот такой вид на море. Офигительный. Да. Лавочки. На чили, на расслабоне. Вон тоже и все позанимали лавки павлином. Да, вид, конечно, отсюда шикарнейший. Так, и что там еще что ли идти? Куда-то лавки свободные.
Да, вид обалденный. Шикарнейший. Обалдеть. Вид просто обалдеть. А если вот так вот сделать? О! Ладно, вот так сделаем. Солнышко светит, тепло. Что-то еще он правее куда-то. Что-то тут нет уже никаких этих указателей. Что тут куда дальше идти? Посмотрим стенд. Что там на стенде нарисовано? Куда там еще пошла дорога? Посмотрим. А, ну это так как было и там в самом низу. Куда-то пошла дорога. А, там уже все, да. Такое, там уже особо ничего, наверное, интересного. Вид просто шикарный. Вот такой сегодня солнечный день в Дендрарии, Сочи. Люди сидят, балдеют. Туда мы там были уже. Спускаться отсюда. Такие ступеньки здесь интересные. В траве. Теперь что такое интересное?
Кто-то только что поднимался сюда по этим ступенькам, когда можно было просто обойти там левее по ровной дороге, а не по ступенькам. Но люди не знали. Подъем здесь по ступенькам. Что тут у нас написано? Сосна ярусовидная. Сосна. Так, почти спустились. Вот мы здесь были, только что в беседке сидели. Какая-то аллея. Спускаться теперь вниз сюда. Где-то спуск есть. По ступенькам, ну да. Сюда вот по ступенечкам. Да, сегодня там на берегу солнышко, наверное, хорошо. Может быть, и ветра нету даже. Надо будет поторопиться. Успеть хотя бы на часик съездить на берег. Позагорать, так скажем, зимой. О, какой фонтан, ничего себе. Красивый. Ух, какой, конечно, да, шикарный прям. Шикарный фонтан. Кидать надо, водичка чисто. А мы с оттуда, да, и шли. Все, посидим минут так 5. О, красота какая. Вот такая вот красота. Все, теперь спускаемся вниз, на нижнюю часть. Не знаю, в музей идти, нет. Что там делать в том музее? Чего я не видел там? В музее мне особо
Неинтересно, да я и не успею, если я в музей пойду сейчас и потом еще в этот, на нижнюю часть. Уже спустились к японскому саду. Красота, конечно. Пальмы шикарные. Воздух, да, шикарный. Тоже чистый, шикарный воздух. Ты шо? Гулять тут и гулять, конечно. Да, чисто на целый день, если так. Никуда не спешить. Утром приехал. И гуляешь не спеша до 4 до 5. О, электро. Потом вечером по набережной пошел гулять. Ох, да, пышные такие. Так, а вот мы спустились и к музею уже. Так, музей. Еще бы найти туалет. Не, сегодня в музей мы не пойдем. В следующий раз в музей. Вот здесь он. Ну, небольшой такой домик, так скажем. Почитаем сейчас. И все. На сегодня. Такие пальмы там растут шикарные. Вилла Надежда. Так, ладненько. Пойдем в нижнюю часть, может, еще успеем прогуляться. Здесь можно еще спуститься.
Так, можно теперь пойти правее. Там бамбук, что ли, тоже растет. О, какие он пальмы. Красивенные. Сейчас чуть правее. Пойдем Магнолия. А, ну это мы дошли до этого здания. Корпус, который здесь на территории их жилой. Наверное, кто-то ж живет там, где машина стояла. Ну да. Мы здесь были. Ну пойдем, значит, сюда сейчас. Правее. Скульптура. Вот такая вот скульптура. Красота. Воздух такой. Вдыхай и выдыхай, вдыхай и выдыхай. О, тут как будто осень осталась. Дерево такое ярко-красочное, такое красный оттенок. Завал. Листья. Все почти зеленое. Ну там бывает он желтые листочки. А это дерево. Красное такое все. Ярко-красное. Одно здесь оно. Такое весь этот верхнюю часть всю обошел, больше нигде такого дерева нет. Здесь только в одном месте. Вот мы уже и спустились почти. Так. Можно сюда спуститься вниз. Спустились в самый низ почти. Нижняя часть. О, конечно, нижняя часть. Тут еще ходить много или нет. Но верхняя часть прям он большая вся такая. А нижняя часть, думаю, намного меньше. Может, за час справимся.
А потом назад сюда, да? А у вас, да, купленный лет только на нижний парк? Верхний и нижний. А, вы погуляли верхний? Да. А, ну все, гуляете, здесь он маленький, в 4 раза меньше, чем тот. Обратно выходите вот сюда, так. Сюда, да, понятно, да. Спасибо. Петушки здесь. Бегают. Вот какие горластые. Куропаточки. Петушки молоденькие. Вот лебеди. Красавец лебедь. Клёв. Клёв. Так, наверное, левее как-то пойдем, потом правее, левее, правее. Информационные таблички, как и там, везде. Выход сюда же потом. Петушки, голуби. Ну, думаю, мы здесь справимся за час. 1:46. Красота какая. Красота. Так, там, понятно, забор. Только могут покостить, особенно если без присмотра родителей. Сейчас весна теплая, такой где-то апрель, даже начало мая. О, мишка. С лапой. Не заходить, не заходить, не заходить. Не заходим, не заходим. Так, сейчас пойдем сюда, Лера. Ну какая скульптура.
Что-то нету никаких табличек, что это. Машины. О, какая-то белоснежная ротонда. Тут шкварчит кто-то. Ого, тут пруд такой большой. Пруд большой. Утки, что ли? Уточки. Вот такая ротонда. Ну, сейчас 0,5 включим. Вот она. Вон люди по той стороне идут. Нырнул, ничего себе, зафал. Вот это он ныряет. Вот это он ныряет. Бля, опа! Лапы кверху. Большие такие. О, какой красавец он. О, какой. Какой клюв у него мощный. Сейчас будет взлетать.
Так, пойдем теперь сюда. Левее. Можно обойти вот такой вид отсюда. Сейчас у него фотографируются все. Еще одной такой. Клюв такой здоровенный. Давай, теперь его заснимем. Да, да, давай, сейчас он тебя цапнет. Ого, там, обалдеть. Ха, жует. Да, да, давай, давай. Сейчас тебя за руку как цапнет. Там пасть. Крокодил. Да не надо, не лезь, дура. Ты дура. Тут уже все, заборы, это так просто обойти вокруг вот так. Красиво очень, да. Сохранили нижнюю часть. Ва-кв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 а
Ага, ждем. Ну что там, по той стороне мы были, пойдем теперь. Там что, просто обойдешь и все. Пойдем сюда.
такой мини водопадик. Мини-водопадик. Бамбук. Пышный такой. Большой сам этот, нижняя часть, это верхняя часть такая прям, да, большая. Ну, в принципе, так как и у нас в Никитском ботаническом саду, тоже ж верхняя часть и потом нижняя часть. Так, похоже, мы идем в сторону уже выхода. Что там за тракторец едет сюда? Как он посмел сюда заехать? Тисяющий фонтанчик. А тут что, прохода нету? Или есть? Нету, да? Закрыто. Какие горластые. Птички горластые. Кричат и кричат. Дерутся еще между собой. Пеликанов не дразнить. Птицы могут укусить. В этих ларьках. Так, это мы здесь были уже. А, это выход только получается. Мы пошли правее. Это еще сюда вот левее. Он два красавца вот таких.
голуби под ногами. Эй, голубь. И тут черный он. Плавают такие небольшие. А тут белые. Так, вот куда-то дорожка идет. Сейчас выйдем к лебедям, пока они здесь прям возле забора. Так, вокруг пойдем. О, какая сосна или что это? О, или какой-то дуб там. Столетний или даже больше. 200-летний. Еще не все, еще здесь можно походить, где по левой стороне. О, высоченные. Рядом прям он с комплексом, с каким-то жилым. Или может это какой-то отель. Бамбук толстый такой, капец, он там, наверное, такой дубовый, что просто, ну понятно, всякие надписи, да ты что там ему, дубовый такой, блин, толстенные такие стволы. Что-то уборка была здесь, пилили он, валяются деревья до сих пор, не убрали. Так, куда здесь еще? Пойдем сюда. Ой, комплекс. Люди живут в таком вот комплексе. С видом на парк. Есть с видом на море, с видом на горы, а это с видом на парк. Так, время 2:13. 2:13. Бамбука столько. Дерево было какое-то большое. Пропало. Попилили его и убрали. О, какая пальмочка прикольная. Красиво здесь тоже. Какие-то отели он тоже
Случайно это мы не возле набережной, точно. Возле набережной, там он с левой стороны уже море. Это ж этот тут, как его, вот по той улице идешь и спускаешься туда, к морю. Да, прямо рядом с морем почти. Точно, я эти здания ж помню. Я ж там мимо них ходил. Интересно. Ну а по правой стороне там чуть-чуть дальше парк же другой. Как он там правильно называется. Там где еще зимний театр, вот там ниже чуть. Да, вот в таких местах мы были уже. Какие деревья на 0,5 включим. Так, это я так понимаю, выход на другую часть, к морю. Выход к морю, точно. Ну да, выход к морю. Сторону ближе к морю, как она там называется, эта часть южная, что ли. Да, вон тут туда вниз спускаешься, и там, наверное, минут сколько, ну 10 где-то, и уже будет море. Не, мы идем на эту часть, на откуда мы пришли. Будем ехать домой в Адлер. Да, сколько я, пускай даже в 11:30 зашел, и вот уже почти 12:30. Так нормально прошлись по дендрарию верхнему и нижнему. Прогулка такая отличная. 20, какое сегодня у нас? 28 декабря. Сейчас где-то плюс 8, где-то плюс 7. Прохладненько так. Ну, зима все-таки. Все-таки зима. Грех вообще жаловаться, что такая погода. Ну здесь да, по погоде зима в принципе такая же, как и у нас в Крыму. Ну климат примерно такой, как в Ялте, плюс минус. Только в Ялте чем отличается? Тем, что там горы расположены ближе к городу, так скажем. И там ветра вообще там за всю
зиму их практически нету. Вот. Здесь, если они ветра есть, здесь горы находятся далеко. Вот. А там как бы нет. Ну а по температуре примерно так же самое. Вот сравнивать с Сочи и Ялту. Ну, Сочи, Адлер и с Ялтой. Плюс-минус по температуре, да, одинаково. Ну, там, может, на пару градусов, может, на 3 градуса, 2, вот так вот. Я думаю, где-то так. Может быть, здесь, да, чуть-чуть теплее. Из-за того, что самая южная часть. Заканчиваем нашу прогулку. Так что до новых встреч в горах, на трассе.